Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». И сегодня последний день непростого и удивительного 2017 года. В следующем году у нас уже запланировано несколько интересных проектов, совершенно новых. И я думаю, нам хватит сил и средств, чтобы их осуществить при вашей поддержке. И, соответственно, спасибо вам за эту поддержку, за то, что вы поддерживаете этот канал своим участием в этом проекте. Желаю счастья вам и вашей семье, крепкого здоровья и успехов в новом году. С наступающим вас!